Франция считается родиной моды и красоты. А французский парфюм должен быть в арсенале каждой уважающей себя модницы. Однако, мало кто знает, что изобрели парфюм в 12 веке, когда с гигиеной во Франции было туго. Использовался парфюм для маскировки неприятного запаха от немытого тела. Привет, у меня здесь проблема, воду отключили на месяц. Разреши у тебя помыться. У меня есть идея получше. Я знаю, как тебя спасти. Фу, что это? И правда, сногсшибательный аромат.